Всем привет, вы на канале Body Money. Меня зовут Кабанов Артем, я мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу и также игрок в американский футбол. И сейчас мы находимся в тренировочном лагере сборной России, которая готовится к игре против Великобритании, выездной игры. Вот здесь собраны лучшие игроки страны, это более 70 игроков, приглашенных из всех концов нашей необъятной родины. То есть ребята с Урала, с Москвы, есть ребята даже с юга России, с Краснодара. Вот. Да, есть такой вид спорта в России, то есть, если кто не знал, у нас более 25 команд играет в Лиге американского футбола. Вот, и из 25 команд собрано 70 лучших, которые будут впоследствии отстаивать честь нашей страны на игре чемпионата Европы. Сегодня у нас первый тренировочный лагерь. Игроки знакомятся друг с другом, знакомятся с тренерским составом. В этом году тренерский состав у нас представлен в том числе иностранными специалистами. То есть специалист из Италии, главный тренер – это американец, профессиональный тренер американского футбола. Вот, и мы все тренируемся, готовимся, у нас здесь трехдневные сборы. Каждый день по две тренировки, по три часа. Всем привет! Я Мария Кузьмина, двукратная абсолютная мисс Вселенная. Друзья, совсем скоро, 17 сентября, компания Optimum Nutrition празднует свой юбилей – 30 лет. И в преддверии этого праздника Optimum Nutrition устраивает конкурс на лучший видеоролик, в котором каждый желающий может выполнить любые упражнения, связанные с цифрой 30. Конечно же, приветствуется артистизм, юмор и сложность выполняемых упражнений. Но для начала выполню я свои 30, а буду делать я сложный вариант бёрпи. Друзья, присоединяйтесь к празднику нашего любимого спортивного питания. Присылайте видео. Самых веселых, самых сильных, активных, креативных ждут призы от Optimum Nutrition. Сегодня состоялась первая тренировка национальной команды в подготовке к чемпионату Европы, который пройдет в сентябре. Сборная России по американскому футболу будет встречаться с командой Англии 16 сентября. И далее у нас будет второй матч, который будет 18 сентября. Если мы обыгрываем англичан, то мы играем с победителем пары Голландия и Чехия. Если проигрываем, то играем за третье место тоже там с проигравшими из этой пары. Сегодня прошла первая тренировка сборной. Она немножко прошла в таком сумбурном темпе, но это нормально. Это первый сбор команды, много новых лиц, много на 70% обновлен тренерский состав. Главный тренер пытается донести какую-то новую философию игры, которую мы должны будем все понять. Всего у команды будет 4 уикендных сбора, 2 в августе и 2 в сентябре. И сразу после этого мы отправимся в Лондон на игру, которая как раз, как я и говорил, будет 16 сентября. Loving all this funky shit, because it's ill, it's dope, it's sick, it's fresh, it's tight.
supercalifragilisticexpialidocious. And you know I'm right because I get high so I can get low. I'm Jack Sparrow when I smoke, go any way that the wind blow. They know I got a sick flow. Get high so I can get low. I'm Jack Sparrow when I smoke, go any way that the wind blow. They know I got a sick flow. All across the seven seas, everyone can suck on these nuts. God in heaven, please, I'll be home in 70s up. I'll be running shit even when I'm running slow. Pocket full of Benjamins, closet full of I got a swag in my step, a blow bag on my jet with two hits in it. That I'm not the half of it yet. I'm going in like a minor, soon to be major player in the game. Brighter than a laser. Cause I get high so I can get low. I'm Jack Sparrow when I smoke, go anyway, not the window. They know I got a sick flow. Get high so I can get low. I'm Jack Sparrow when I smoke, go anyway, not the window. They know I got a sick flow. В таком виде спорта, как американский футбол, ключевую роль играет правильное здоровое питание. В этом нам помогает Muscle Factory Kitchen. Сегодня у нас была сейчас первая тренировка. Она была 3 часа на очень жаркой погоде. Сейчас плюс 33 градуса в тени. Вот. Было сложно. В основном мы сейчас отрабатывали технику, то есть технические моменты. И еще будем наращивать темп, уже играть в полный контакт и готовиться к выезду в Англию на игру с Великобританией. Спасибо, что посмотрели это видео. Занимайтесь спортом и играйте в правильный футбол.